Так, всем привет, подписчики, это еще одно видео, но сейчас я буду показывать, как я умею собирать кубик. Это не единственный кубик, который я умею собирать, я умею собирать еще несколько. Если вы хотите увидеть, как я собираю еще другие кубики, у меня есть кубик 4×4. Пирамидка. Кто не знает, это вот таких вот кубиков, только тут еще четвертый. И вот так еще 4. Также у меня есть пирамида, но 2×2. 2×2 есть, только она, я не знаю, где точно она. Машинка. 2×2 есть, но я, походу, его потерял. Также есть скьюб, но я не очень помню, как его собирать. Да и, в принципе, все. Сейчас Рома 4 разберет этот кубик, а я попытаюсь его собрать. Пока, давай. Вот кубик. Я отвернулся, правда говорю. Я не смотрю. Только недолго, давай. Угу. Вот там Славик. Что там, хоть в камеру попадает? Да. Все. На, передаю. И сейчас я его попробую собрать. Так. Кстати, кто хочет увидеть от меня обучение, как собрать кубик, не знаю, сколько можно собрать? 30 просмотров, это очень будет классно. Да. Я вас научу собирать кубик, так как... Потому это что мы за день можем 16 просмотров. Да, мы за день можем 16 просмотров собрать. Даже больше. И больше, да. Чем мы это не соберем? Так, сейчас будет не очень интересный этап. Ты-дыщ. И еще вот так. Дальше собираем уголки. Это уже... собирать я буду не на скорость, а на качество. Ну, я знаю, что есть люди, которые на скорости, побыстрее, другими схемами, но я собираю так. Я вообще учился на скорость собирать, но у меня это... Я этот кубик собрал, мой рекорд был 40 секунд. Лучший рекорд у меня был на пирамидке, я ее собрал за 5 секунд. Я не знаю как, но собрал. Все тогда в классе были удивлены, как, а что и зачем. Кстати, ребят, если в классе у вас еще у кого-то есть человек, у которого есть кубик, а он не умеет его собирать, не советую вам показывать, как вы его собираете, а то от вас потом вообще не отстанут. Так, у нас получилась точка. Ага. Так. Так, получилась палка. Девочка на другом самокате, офигеть. Дальше. Тыдыщ. Так, осталось дело за малым. Да. Еще. Нашел. Ты хоть нормально снимаешь там? Угу. Да ты отвлекаешься. Да. Я не знаю, попадает ли все в камеру или нет. Может, я вообще, ты снимал просто лавочку? Нет, кубик снимал. Это уже последний этап сборки. И все должно быть нормально. А что, да, это нормальная схема. Все, вот кубик собран полностью. Каждая сторона сейчас покажу, желтая. Наберите 30 просмотров, оранжевая. И тогда Олег... Я